Эльвир, с победой, как эмоция? Эмоций много, они просто закончились, очень устали, потому что отдавались матчу на 300, нет, на 500, на 1000%. Очень рады, что попали. Хочу сказать всем большое-большое спасибо, всем девчонкам, всем тренерско-административному штабу, медицинскому штабу, всем, кто нам помогал, создавал для нас комфорт, уют. Всем большое спасибо, и мы очень-очень рады, что вышли на Евро. И я еще раз хочу сказать большое спасибо Юрию Анатольевичу. Вот. Это мега-специалист. И считаю, что благодаря его грамотной работе, подсказу, мы даже очень неплохо выглядели со сборной Португалии. Если мы будем играть так дальше, я думаю, что нас будут бояться в Европе. А сколько сегодня получился сложный матч лично для тебя? Знаете, для меня все матчи тяжелые, потому что в сборная команда, простых матчей не бывает. Вот. Ну и самое главное, стыковые матчи. Это тяжелый, кропотливый труд, которые нужно терпеть, и только трудоемкой работой, пахотой на поле и за ее пределами добиваются вот такие результаты. Если бы в начале карьеры тебе кто-то сказал, что сотый матч придется на тот, который выведет тебя на Евро, и ты сыграешь его на ноль, что бы ты подумала? Я в том возрасте не думала, я очень рада, и мой сотый матч только от этого стал краше, ярче и прекраснее, потому что мы вышли, и девчонки подарили мне и праздник выхода на Евро, и у меня мой, как говорится, юбилейный матч стал просто феерией. Последний вопрос. Сегодня на трибуне были зрители. Насколько была важна их поддержка? Ну, это тот двигатель прогресса, который нас движет вперед. Поэтому большое спасибо болельщикам, большое спасибо телезрителям, которые смотрели у экранов, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки, молодые люди, девушки, большое им спасибо. И большое спасибо трибуне, которая сегодня была заполнена, до отказа, которая нас гнала. Спасибо большое за поддержку.